Она хотела узнать все его тайны. Она обшарила душу, как карманный, чтоб не оставить свои отпечатки. Резиновые одевала перчатки, но все в перчатках было не достать ей. И коготком его смогла поцарапать. Он не мог понять, откуда рана. Она ведь просто его обнимала, но плакала душа кровавой слезою, и запиралась душа на засовы. Появились замки на двери, лишь он заметил в душе потери. Она его целовала, она замки отпирала. И вот однажды она у него в душе не смогла не найти. Спасибо.